Сегодня я хочу рассказать всю правду про двухкомпонентное масло фирмы Лоба. Всем привет! Меня зовут Гераськин Максим, и я являюсь представителем компании Лоба в городе Санкт-Петербург. Сегодня я хотел бы рассказать о уникальном продукте в двухкомпонентном масле Лоба 2K Impact Oil. Это масло со 100% сухим остатком и не имеющим в своем составе растворителей. Хотя, знаете, можно много рассказывать о данном продукте, о том, что оно без запаха, наносится в один слой и работа выполняется всего лишь за один день. А еще я мог бы сделать тестовые образцы на производстве и подвергать поверхность различной нагрузке, а также проливать, как многие любят, кофе, вино, воду. Мог бы бросаться различными сертификатами в камеру, читать строчки из листа технической информации и рассказывать о различных достижениях компании и о том, что продукция востребована в 65 странах мира. Но я предлагаю поступить по-другому. Давайте вживую посмотрим объекты, на которых применялось масло Лоба 2K Impact Oil, и вместе оценим состояние паркета, находящегося в реальных условиях эксплуатации. Мне вот, например, очень интересно посмотреть на результат. Первый объект, который я хотел бы посетить, это магазин TJ Collection. Магазин находится по адресу Невский проспект, дом 147. Работы были выполнены в сентябре 2019 года. Общая площадь паркета составила 120 метров. На всю работу шпатлевание, шлифовка, нанесение масла ушло 2 дня. На третий день магазин уже открылся. А давайте вместе зайдем и посмотрим, в каком состоянии сейчас находятся полы. Для защиты паркета мы применяли двухкомпонентное бесцветное масло. Результат вы видите сами. На мой взгляд, пол в превосходном состоянии. При том, что расстояние от улицы до торгового зала с деревянным покрытием составляет всего несколько метров. То есть попадание влаги и песка неизбежно. Самое интересное, что наше предложение по материалам оказалось не только удобнее в применении, но и быстрее по срокам сдачи. Также оказалось самым экономически выгодным для заказчика. Перед тем, как мы отправимся на осмотр следующего объекта, я хотел бы сказать о том, что качество может быть доступным. И это качество фирма Лоба. Я нахожусь на последнем этаже отеля Санкт-Петербург. Здесь расположен панорамный ресторан «Ля Ву». С высоты порядка 60 метров открываются потрясающие виды на акваторию Невы и центр города. За моей спиной вы можете увидеть Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и многие другие достопримечательности города. А прямо напротив окон вы можете наблюдать легендарный крейсер «Аврора». И как вы уже догадались, я прибыл сюда по вопросу ремонта полов. В зале порядка 200 квадратных метров уложена доска из термоясеня, которую мы и будем обновлять. На роль защитника деревянного пола мы выбрали масло 2K Impact Oil фирмы Лоба на основе следующих параметров. Быстрое нанесение за один день, отсутствие какого-либо запаха, возможность использования поверхности через 24 часа, ремонтопригодность и простое обновление поверхности. Масла с восками не подлежат локальному ремонту и рекомендуются для нанесения в жилых помещениях. Вдобавок, плюс один день на работу и запах растворителя. Также низкая стоимость, почти в 3 раза дешевле двухкомпонентных лаков. Работы завершены. На все у нас ушло 3 дня, включая шлифовку и покрытие пола маслом. Экономьте время и деньги, покрывая объекты натуральным маслом Лоба 2K Impact Oil. Продлите жизнь деревянным полам. Не перешлифовывайте их из раза в раз. Поддерживайте внешний вид за счет регулярного ухода. Заботьтесь о безопасности, экологии и здоровье своих сотрудников. Всем привет! Мы приехали смотреть ранее выполненный объект. И на этот раз это спортивный клуб «А-фитнес», расположенный по адресу проспект Тореза, дом 114, корпус 2. Я давно занимаюсь кроссфитом, и мне посчастливилось принять участие в монтаже зоны для кроссфита и функциональных тренировок. Общая площадь покрытия составила порядка 100 метров квадратных. Это была очень интересная и совсем непростая задача. Сроки были сжаты, и мы работали буквально в 2 смены.
Работы были выполнены в марте 2019 года. Давайте уже поскорее посмотрим, в каком состоянии находятся полы. Особенно любопытно посмотреть на то, как показало себя масло Lobo 2K Impact Oil фирмы Lobo в эксплуатации. Сейчас у нас есть возможность оценить более близко поверхность паркета. Это у нас индустриальный паркет. Нанесено все то же масло 2K Impact Oil, цвет Antique Oak. Мы видим несколько сколов, но это не удивительно. Все-таки здесь суровые, я бы сказал, условия эксплуатации, очень много железа. Но, в принципе, это не проблема исправить, это все легко реставрируется. Поверхность однородная, я не вижу здесь никаких разводов, никаких пятен, каких-либо еще вещей, которые могли бы меня как-то смутить. Чем хорошо двухкомпонентное масло, так это тем, что поверхность без труда можно обновить буквально там за несколько часов. Ну что, друзья, а также коллеги, партнеры, заказчики, вы все видели своими глазами. Технология однослойного нанесения масла 2K Impact Oil работает. Осмотр очередного объекта тому подтверждение. А нагрузка здесь, вы сами представляете, какая высокая и жесткая. Все-таки эти полы предназначены для сурового спорта. Профессионалы 65 стран выбрали фирму Lobo. Я сейчас нахожусь по адресу Крестовский остров, улица Рюхина, дом 9, парк-отель. Парклейн. В зале ресторана, что на первом этаже, было нанесено масло Lobo 2K Impact Oil цвет Smoked Oak в один слой. Это продукт производства Германии. Работы по шлифовке и покрытию были выполнены в марте 2017 года. Общая площадь паркета составила 275 метров квадратных. Срок производства работ 6 рабочих дней. Давайте уже зайдем и посмотрим, в каком состоянии сейчас находятся полы. Время 10 утра, ресторан открывается для клиентов в 11, поэтому мы сейчас можем спокойно пойти и посмотреть весь пол, никому не мешая. Так, что мы видим? Ну, мелкие царапины, да, в принципе, в процессе эксплуатации это неизбежно, это нормально. Вот при желании все это можно без особого труда спокойно восстановить. Итак, мы посмотрели еще один объект, покрыт двухкомпонентным маслом фирмы Lobo. Лично я результатом остался доволен. Со стороны управляющих нареканий к покрытию не было. Напомню, что продукт не имеет в своем составе растворителей, а значит и не пахнет. Значительно экономит время как мастера, так и клиента, благодаря системе однослойного нанесения. Очень важный момент – поверхность можно использовать уже через 24 часа. Если у вас еще остались вопросы или сомнения по поводу применения и эксплуатации покрытия Lobo 2K Impact Oil, тогда мы идем к вам. Мы с вами только что посетили реальные объекты, на которых мы применяли для защиты древесины двухкомпонентное масло 2K Impact Oil фирмы Lobo. Вы все видели своими глазами, и я считаю, что мои комментарии здесь излишни. Эти объекты находятся в свободном доступе, вы всегда сможете убедиться в результате лично. От себя хотел бы еще раз напомнить о преимуществах данного продукта. Это продукт без запаха, без растворителей. Однослойное покрытие всего лишь за один день. 100% сухой остаток. Коэффициент скольжения R10. Подходит для мебели и детских игрушек. Пригодно для влажных помещений. 18 цветовых решений. Поверхность ремонтопригодна и легко реставрируется и обновляется. Ну а завершить видео хотелось бы словами, что качество может быть доступным. Выбирайте продукцию фирмы Lobo. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, делитесь опытом. Здесь работают профессионалы.